У вас бывало такое, чтобы добиться идеальной строчки оверлока, время от времени приходится увеличивать натяжение нитей петлителей? Некоторые пугаются, думая, что с их оверлоком что-то случилось, но это не так. Мало кто знает, но регуляторы натяжения нити на оверлоке также нужно чистить. Через тарелочки натяжителей нити проходят километры ниток. Нити оставляют за собой ворсинки. Ворсинки накапливаются, тем самым натяжителям все сложнее удерживать прежнее натяжение. Не забывайте иногда прочищать эти места тонкой хлопковой тканью. И, конечно, чем больше вы шьете, тем чаще это нужно делать.